Всем привет! Сегодня 6 мая, Московская область. Я буду высаживать рассаду кукурузы в открытый грунт. Вот так выглядит рассада. Высаживать буду в пространство между теплицами. Здесь у меня высокая грядка, и второй год будут расти кабачки и цукини. Это я так накрываю, чтобы трава не росла. А здесь у меня в прошлом году вдоль этой всей теплицы рос подсолнечник. В этом году я буду здесь выращивать кукурузу. Итак, сделала посадочные лунки, ну, примерно в лопату я выкапывала поглубже. Здесь у меня, сейчас на этом примере покажу, это конский навоз, буквально горсточка и горсточка золы. И все очень хорошо пролила ободой, ну, по аллейке в каждую лунку. Сажать буду по 2 штуки в ряду. Вот так я уже все приготовила. Так, и теперь наглядно хочу показать, как я высаживаю рассаду кукурузы. Она была посеяна 25 апреля. Просто выставляю рассаду в углубление и засыпаю землей. Возле стебля прижимаю. И рядышком на расстоянии примерно 15 сантиметров высаживаю второй. И также присыпаю. Рассаду я высадила, подписала. Просто сняла наклейку с рассадного пакета, приклеила ее к стеклу. Подписала, сколько штук у меня в каждом сорте. А у меня 3 сорта здесь высажено. Семена я покупала в частной коллекции. Очень интересные сорта. И в этом году я решила сама опылить кукурузу, чтобы получить чистый сорт. Если понравится, затем собрать свои семена. Здесь сорт «Божественная бумага», «Сахарная». И это сорт Black Red. Я уже говорила, что в прошлом году здесь у меня рос подсолнечник. И создавал мне здесь тень возле теплицы, возле стенки. И растения не горели. Но хочу сказать, что будь то кукуруза или подсолнечник, нельзя сажать слишком часто. Потому что создается такая теневая стена. И очень плохо попадает свет тогда на растения. Особенно если у вас теплица поликарбонатная. У меня-то здесь она стеклянная, здесь прозрачность практически 100%. Поэтому сажайте смело, но чтобы посадки были разрежены. Еще хотела показать, это петрушка. Это корневая петрушка, я о ней уже говорила. Я последние, наверное, 2, может быть, даже уже 3 года не сажаю обычную петрушку. Вот обычная такая с семенами. Это корневая. Она самая первая появляется зелень у меня в огороде. Вот только сошел снег, даже еще вот здесь на обочинах, на склоне у меня снег лежит, а петрушка уже у меня зеленая. Она двухгодовалая. Все эти, получайте урожай. На следующий год она ранней весной сквозь снег уже пробивается. В этот год вы снимаете урожай, а уже на следующий год сеете заново. И рассадой тем более я вообще этим не играюсь очень давно. Здесь у меня еще прошлогодний чеснок взошел. Так, еще забыла сказать, что кукурузу я не мульчирую, я не играю с ней, вот высаживаю, и она так у меня и растет. Конечно, можно было бы ее посадить чуть-чуть попозже, так на недельку примерно, но так как я уезжаю отдыхать, поэтому мне нужно было именно сегодня ее уже высаживать. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего и всем пока!